мы очень рады сегодня проводить украинский показ моды. Это наша концепция – соединить Европу с Востоком. Мы в Чайхана Базар. Вы смотрите ID Fashion. Женственный элемент – это коса и объем на чес для того, чтобы подчеркнуть ее харизматичность и особенность именно данного образа, данной девушки. Студия «Прическ» Владимир Тарасюк. Мы сегодня работаем на ID Fashion Weekend. Наша задача сегодня сделать очень яркий образ, а именно сделать яркие глаза, пастельные губы и натуральный светящийся цвет лица. У меня сегодня очень красивое платье небесного цвета, красивый кружевной аксессуар. Мне очень нравится мой образ, очень великолепно. Сегодня на мне надето белое платье от Jeanette van Kingen. Очень красивый аксессуар, кружевной, без него, мне кажется, образ был бы неполным. Мы смотрим ID Fashion. Хотелось сделать что-то такое, ну, наверное, чем соответствует мое настроение. Львиное, прозрачное, сексуальное. Очень много кипюра, очень много рюш, которые сейчас безумно актуальны. Говорят, что моя одежда – это женственность, нежность. Да, это правда, это так. Потому что я приверженница, скажем так, ну, наверное, классического направления понимания женщины. Женщина, она нежная. Это милое создание, которое рождено в этот мир для того, чтобы приносить красоту, свет, радость. Мужчина сильный, а женщина пусть остается слабой. В этом и есть, скажем, стиль, направление моей одежды. Jeanette van Kingen с любовью для ID Fashion.